Фамилия, имя, отчество? Панченко Андрей Владимирович. Число, месяц, год рождения? 23 августа 1990. Где проживаешь? На данный момент в городе Алчевск. Где родился? Город Лисичанск. Лисичанск. Где проходишь воинскую службу? С какого года? С 15 года. 5-я рота, 2-й батальон, 4-я бригада. Взвод какой? 2-й взвод, 3-й отделение. Должность твоя и звание какое? Командир отделения, старший сержант. Так, какого числа вы зашли на территорию Украины, пересекли речку Северский Донец? Честно, не помню. Примерно. 26-й. Честно, не помню. А где пересекали? За Зимогорьем, получается. Перед Горбатом, перед, как она, за Трухизбу, по течению, если вниз, за Трухизбой. А что-то между Трухизбой, как она там, желтая, по-моему. Ну там пересекли. Пересекли. На чем ты пересекал? На БМП. Понтон или переправа? По понтон. По понтон. Дальше куда начали двигаться? Дальше, в основном по лесам, как бы территорию-то я не... Ну ты же местный, ты же в лес Лисичанск. Да, это никогда, в Северодонецке только 2 раза был на рынке и все. Никогда никуда не ездил. А что, ты не работал до войны недели? Это сам? Ну, там же ж на Водружинке, где я жил, в водоканале работал. Ну и что, не знаешь эти места там? На речку не ходил? Ну, на речку, да. А дальше же, это далековато. Далековато. В Луганск не ездил? В Луганск не ездил? В Луганск ни разу не был. В Лисичанске учился. Что закончил? ПТУ-51 на Кировской районе. На какую профессию? На какую специальность? Электроразводчик. Электроразводчик. Или с 15-го, да, воюешь? На чем воюешь? Даже толком, если честно, ответить не могу. А семья есть? Нету. Ни жены, никого? Ни родителей? Никого нет. Сирота. Сирота. Понял.